В Якутске завершился фестиваль «Зима начинается с Якутии». В воскресенье в спорткомплексе «Триумф» подвели итоги. Обладателем гран-при гастрономического праздника «Вкус Якутии» стал ресторан «Усадьба Атласовых». Всего же жюри оценило блюда 11 ресторанов и кафе. Одним из основных событий фестиваля стал праздник строганины. В нем приняли участие все округа и пригороды города Якутска. По итогам строгания лучшими признана команда из села Хатасы. А лучшими в конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» стали мастера из Голландии и Тывы. Мы сделали одну композицию из снега, городская динамика, вторую скульптуру из льда, называется «Стремление к свету». Со льдом работать было очень удобно, материал твердый, никаких сложностей не было. Нам очень понравилось работать здесь, сначала было холодно. Спасибо тем участникам, которые одолжили нам теплую одежду. С другой стороны, когда работаешь, холода не чувствуешь. У нас дома совершенно другие климатические условия, в первый раз работали на морозе. Это мой отец, он делает снежные скульптуры уже 40 лет, мы давно работаем вместе.